Потом трубач выбежал на площадь, играет тревогу и кричит: «Война! Война!» Добрый день! Приветствую вас в поезде Победы! Сегодня я, Дмитрий Кратьян, приглашаю вас в путешествие по страницам истории Великой Отечественной войны. В нашем регионе нет регионального руководителя, и решил попробовать себя на эту роль. Сохранение исторической правды, чтобы историческая правда, она не исказилась. Занимаемся сейчас в основном организацией парада Победы, помощь ветеранам. Воспитываем в молодом поколении через различные игры, интеллектуальные квесты. Важно знать, учить историю, сохранять эту историю и помогать нашим ветеранам. Это наш долг, считаю.